Захват и каптур банет. Окей. Первый раунд. You ready? Готов? Fight! Первый раунд. Сначала, друзья. Настоящие тяжеловесы. Устраивают настоящую зарубу. Смотрите, что творится. Что творится в ринге. Ян Петрович просто охрапом берет соперника и сам пропускает удар, оказывается, в нокдауне. Это нокдаун, друзья мои. А как начал Ян Петрович на отходе, просто выбросил Валентин Пантье удар. И оказался Петрович в нокдауне, по-моему, в тяжелом. Сейчас будем смотреть, что будет дальше. Ян Петрович отступает. Стоп, стоп! Валентин Пантье идет на него. Пытается сейчас навязать свою борьбу. Ян Петрович. Стоп! Размял ударами в центре. Каптуром был. Судья вмешивается. Вот это да. Вот это сражение, друзья мои. Это то, чего так ждет публика. Бескомпромиссных, ярких боев. Ян Петрович говорил в интервью, что он не хватает соперника, он выйдет чистый бой. И так оно и происходит. Действительно интересное противостояние. Но здесь в массе очень сильно выигрывает Валентин Пантье, Анисен, француз. И, конечно, каждый удар сказывается, сказывается Петровича. Поэтому вот так рубиться с ним, наверное, возможно, не стоит. Я думаю, что он это уже понял. Идет в атаку, Ян Петрович. Стоп! Он привык устраивать яркое шоу. Не попадает. Не попадает. Не Ян Петрович. Да, голову. Хорошая атака. Пытается пробить Ян Петрович корпус соперника. Хайкик в исполнении Валентина Пантье. Пантье отступает. Ян Петрович, как бы все силы здесь не оставить. 14 секунд. Стоит. Стоп! Пантье прихватывает соперника. Раунд фактически завершен. 5 секунд. Проекта «Чемпионат мира на Иго Брайан-Тена» является публичное акционерное общество «Татнефть». Миссия компании – укрепление и повышение статуса международно признанной финансово устойчивой компании как одного из крупнейших российских вертикально интегрированных производителей нефти и газа, нефтепродуктов, переработки и нефтехимии с обеспечением высокого уровня социальной и экологической ответственности. Только сильные партнеры, только надежные спонсоры на чемпионате мира по Иго правилам ТНА на кубок «Татнефть» не может быть по-другому. Именно поэтому спортсмены более чем из 30 стран мира стремятся попасть именно к нам. Так, ждем продолжения. Второй раунд. Второй раунд. Интересное противостояние. Юрий, продолжат ли бойцы готов? В том же стиле обрабатывать? Стоп! По всей видимости, да. Фай! Ян Петрович идет вперед. Стоп! Валентину Пантье попасть. Тут же начинает Ян Петрович отступать.
сразу. Файт! Ударом выбрасывает Пантье. Работка по корпусу. Стоп! Разворачивает Пантье соперника. Файт! Валентина Пантье. 2 минуты до конца. Это только второй раунд. Ян Петрович идет вперед. Прессингует Пантье. Пантье этот вызов принимает и начинает атаковать со своей стороны. У него есть преимущество в массе. Он эту массу может использовать. Кам-кам! Кам-кам-кам. Фай! Здорово справа. Пантье тоже. Пантье наносит хай-кик. Тяжелейший. Ян Петрович явно устал. Выдохся. Но продолжает наносить удар. Продолжает идти вперед. Отпускает, отпускает Пантье. Но вот немного Яну Петровичу не хватает. Корпус, корпус. Ноу-кик от Пантье. Очень тяжело Пантье передвигаться по ринге. Хотя не так много ударов на матрасе. Он прятался за блоком. Есть удар в корпус Яна Петровича. Там-там-там! Снова рефери вмешивается. Вращая в центр ринга. Пропускает Ян Петрович боковой удар. Тут же следом легкий хай-кик. Апперкот от Яна Петровича. Удар в корпус. Яну Петровичу нужно работать с дистанцией. Горяш. Удары, и это уже здесь не сработает. Стоп! Тем более, что сил осталось немного. Важная информация для тех, кто любит хорошо провести время. А если вы смотрите наш чемпионат, то вы точно относитесь к этому числу. Так, нефть-арене. Для ваших праздников всегда открыты двери ресторана «Айсберг». Прекрасный вид на акваторию реки Казанки. Стабильное качество, стилизованный интерьер и индивидуальный подход сделают ваше торжество поистине уникальным. Свадьба, юбилей или корпоратив в ресторане «Айсберг». Ваш незабываемый праздник пройдет на высочайшем уровне. Информация по телефону 527-85-11. 25 июня в Татнефть-арене. Самая крутая группировка – Ленинград. Только живой звук и непредсказуемый штурм. Море энергии и шикарного настроения. Чаще левый. Уклончик снизу сбоку. Кам-кам-кам-кам-кам. Итак, поединок возобновляется. Третий раунд. Ян Петрович против Валентина Пантье. Готов! Файт! Ян Петрович идет вперед, пропускает. Вот, нельзя так оставаться. Стоп! С бойцом, который тяжелее тебя. Нельзя оставаться на дистанции, выгодной для соперника. Тем более разница здесь практически 30 килограмм. Стоп! Много лишней массы. Кам-кам-кам-кам! Кам-кер! Фай! Ты просто так стоишь перед соперником, вся эта масса идет в тебя. Стоп! Стоп! Вкладываются далеко не только рукой, но и весь корпус. Ноги задействованы. Каждый удар. Как только прикладывается Пантье. Файт! Файт! Стоп!
летает в воздух. Файт! Идет в атаку Ян Петрович, хорошая двойка. Стоп! Стоп! Здесь можно попытаться работать сильнее. Минуту до конца. Удар справа. Стоп! Стоп! Файт! Стоп! Стоп! Еще один удар. Здесь по затылку. Внимательно. Работать. Кам, кам! Файт! 30 секунд. Стоп! Здесь только ничего не меняется. Ян Петрович идет пробивать. Бака парень. Боковые не исключительно работают сейчас. Ну, а Валентин Гонтье копит силы. И затем пытается взорваться в момент. Ему очень тяжело. Наверное, 127-27 килограмм. Стоп! Ну что ж, у нас четвертый раунд. Предлагаю контролировать главный журналист проекта чемпионат мира «Войка правил Антона». Публично акционерное общество «Татнефть». «Татнефть» — это энергия, экология, чистота намерений, прозрачность бизнеса. Да, был, друзья, нокдаун. Ян Петрович как раз в первом раунде, когда наносил затяжную атаку на Валентину Гонтье, пропустил удар навстречу и реваншироваться так и не смог. Соответственно, если был нокдаун, то засчитывается только он. И как бы ты круто не выступал на протяжении всего поединка, если ты был в нокдауне, а сам соперник в нокдаун не отправил, ты потерпел поражение. Таким образом, Ян Петрович проигрывает бой, Валентин Гонтье одерживает победу. И таким образом завершается у нас четвертый этап 1/8 финала. Но давайте дождемся официального судейского вердикта. За проведенный нокдаун победу в этом поединке одержал боец из Франции, Валентин Гонтье Аницет. Итак, Валентин Гонтье Аницет одерживает победу, с чем его и поздравляем. Хотя, конечно, по бою можно сказать, что Ян Петрович сделал достаточно. Ваши аплодисменты за прекрасный бой. Но, к сожалению, Ян Петрович был в нокдауне. Валентин. Поэтому сегодня Плеспик празднует победу его соперника. Alors dans un premier temps, je voudrais vous remercier tous pour votre accueil. Vous êtes vraiment un très beau peuple. Merci pour l'invitation. Merci à mon adversaire pour ce combat. Félicitations mon frère. Je te souhaite le meilleur pour la suite. Et à bientôt. Merci.